От ожогов 80% тела в областной клинической больнице скончалась третья жертва взрыва в поселке Ильинское-Хованское. Напомним, трагедия произошла утром 4 октября. В жилом многоквартирном доме взорвался баллон бытового газа. Две женщины погибли на месте трагедии. Одну госпитализировали в областной центр. В течение суток врачи боролись за жизнь пенсионерки, но спасти ее не удалось. В Ильинском работает комиссия в составе представителей районной администрации, жилинспекции и сотрудников Департамента строительства и архитектуры. Решается дальнейшая судьба постройки. Сотрудники МЧС в результате осмотра рекомендовали здание к сносу. Пока жильцы дома размещены в Ильинском центре соцобслуживания, а также у родственников. Специалисты Следственного комитета продолжают расследование уголовного дела, которое возбуждено по факту случившегося. Следователи предполагают, что взрыв произошел в результате ненадлежащего технического обслуживания. Специалистами управляющей компании или газоснабжающей организации баллонной установки со сжиженным углеводородом.